Значит, ты знаешь английский? Немного. Немного? Ты обманул меня. Я не сказал, что не знаю. Ты так думал. Предположим, я врежу по твоей китайской роже. Ты меня не испугаешь своими трюками. Я не отвечаю за твои предположения. Ты лгун и обманщик, понял? Врун! Не уметь говорить и не разговаривать — разные вещи. Похоже, вы любите говорить. Я не мешаю тем, кто любит говорить. Так легче узнать, кто лгун, обманщик и трепач. Что ты только что сказал? Мне нравится, когда люди говорят, потому что так легче. Значит, только я вру? Ну, мы оба с тобой такие. Это ты вру. Я тебе еще покажу. Так делать могу только я. На неприятности нарываешься, да?